Привет всем, с вами Норад, и мы начинаем прохождение игры под названием Bright Memory Infinite. Новая игра, начать с выбранной сцены, скины, настройки игры и закончить. Так, мы посмотрим скины, какие здесь у нас доступны. Шелия. СРО. Узкие джинсы. Шелия. Так, можно крутить. Можно смена перспективы. Так, это можно приближать выбранную область. Так, энергичная. Сделаем, наверное, так. Видеть целиком. Немолодость Шелия. Черный котенок. Там что-то написано. Love Cat. Так, а здесь Girl King Lolly. Так, и бикини Шелия. Ну, как бы, как-то так. Так, ну, играть мы будем за СРО. То есть пусть будет так, как положено. Штурмовая винтовка. Так, здесь надо приблизить. СРО, золото, голубая эмаль, розовая плоть, серебряный титан и радуга. Так, здесь мы, наверное, тоже оставим все по умолчанию. Дробовик, собственно, все те же самые скины. Тоже оставляем по умолчанию. Пистолет. Так, здесь немножко его не видно. Золото, голубая эмаль, розовая плоть, серебряный титан, радуга. Оставляем как есть. Снайперская винтовка. Собственно, все те же самые. Оставляем так же. И оружие ближнего боя. Так, это нам надо. Немножко мешает. Так, сейчас мы костюм поменяем. Вот так лучше видно. Световой клинок. Гибридный меч крайняя мера. Дракон и тигр. Небо и земля. Вот это неплохой. Стальная дубина. Серебряный титан. И киноварь. Ну, здесь мы, наверное, тоже оставим световой клинок. Так, ну и костюм мы возвращаем. Так, и начинаем новую игру. Так, простая для игроков, которые хотят расслабиться. Жестокая для игроков с опытом в FPS-играх. Месть для игроков, которым хочется больше трудностей. Ад для тех, кто хочет почувствовать ад. Доступно после прохождения мести. Но мы будем играть на сюжет, поэтому простая. Пробуй сочетать разные атаки, чтобы получить крутые комбо. Разрез клинком должен быть выключен в меню усиления навыков. Если твое здоровье падает, продолжай защищаться. Вступление. СРО. Особняк. Далее по всей стране люди встречают Новый год с фейерверками. Большая красная вспышка сигнализирует о начале празднества. И несмотря на легкий дождь, более 100 тысяч зрителей добрались до места празднования, где они теперь ожидают начала блестящего шоу над морем. Весь порт, который служит местом проведения мероприятия, был празднично освещен, подчеркивая красоту самих фейерверков. В этом году нас ожидает представление... Тем временем люди уже украсили свои дома цветами и фонарями, и теперь готовятся поразмыслить об уходящем годе и поприветствовать новый. Алло, директор Чен, что случилось? Шелия, прости, что беспокою тебя в выходной. У нас срочное задание от штаба. Каждому члену команды была назначена исследовательская миссия. Начинай свое расследование, как только ты получишь назначенную тебе локацию. Хорошо, какая текущая ситуация? Все как сообщают новости, наши спутники засекли аномальную погоду. Это может перерасти в невообразимую катастрофу. Понятно. Я свяжусь с ближайшим аэродромом и отправлюсь незамедлительно. Шелия, мы подтвердили отправку нескольких военных отрядов на место происшествия. Будь предельно осторожна. Так точно. Я свяжусь с вами позже. Срочные новости. Аномальное погодное явление было обнаружено в небе в 20 километрах от города. В связи с текущими условиями шоу фейерверка было отменено. Пожалуйста, не покидайте свои дома и не выходите на улицу. Так, очень интересно. Жизнь и смерть.
СРО, экспериментальная авиабаза. Шелли, согласно информации с линии фронта, отряд генерала Лина прибыл на место происшествия. Генерал Лина, он большая шишка в САИ. Говорят, что в техническом плане даже мы в СРО не можем с ним сравниться. Так вот, если они появились, значит ситуация не так уж и проста. Я зафиксировал полетные координаты. Мы прибудем в назначенное воздушное пространство через 10 секунд. Следуй инструкциям и запусти варп-двигатель. 3, 2, 1, пуск. Отклевая кнопку мыши, запустить двигатель. Нажал. Надо удерживать. Мы прибыли в назначенное воздушное пространство. Здесь много густых облаков и также сильный ветер и молнии. Сейчас все в порядке. Проблем быть не должно. Начни подготовку к снижению. Так, спуск. Пропущен момент для спуска. Прекрасно. Мы уже проиграли. Так, ну сейчас мы не пропустим. Так, нажимаем. Удерживаем правую кнопку мыши. Так, левый, быстрое уклонение. Забавно. Челли, что случилось? Ветровое стекло повреждено, я катапультируюсь. Так, пробел выбросить. Директор Чен, мне удалось выбраться с борта. Впереди огромная черная дыра. Черная дыра? Ясно. Я сообщу другим членам команды, пока найди место, чтобы приземлиться. Так точно. Так, очень эпичное начало. Перемены. Округ Лишуй. Река Дусю. Шелли, передовой отряд генерала Лина был замечен рядом с местом встречи. Я отправляю Уэйка к тебе для поддержки. Встреться с ним. Что касается черной дыры, нам пока мало известно. Мы надеемся на информацию от тебя. Согласно спутниковой информации, отряд генерала Лина уже приземлился. Берегись. Я так понимаю, это враги. Видимо, да. Какой меткий стрелок. Сразить врага... Эй. Так сразу. Шелли, это Уэйк. Я приближаюсь к твоим координатам. Как обстановка? Все в порядке. Ясно, свяжусь с тобой позже. Так, перезарядка у нас R. Что у нас еще есть? Tab. Это типа блокирование F. Какой-то импульс, если зажать. Так, если не зажимать, то он отталкивается. Если зажать, то он, видимо, притягивает и отталкивает. Так, а следующее, что это у нас? Буква непонятная. Так, Е. Что? Е у нас ближний бой. Окей. Так, Е зажать. А, ну это есть у нас. Получается F, если зажать, то у нас третья. Так, и если зажать, кого-то подкидываем. И shift в разные стороны, то у нас уклонение. Надо нажимать на shift. Так, хорошо, все ясно. Так, пробел. Возле каменной стены нажми W плюс пробел, чтобы взобраться на стену. Окей. Во время движения нажми левый shift для уклонения. Ускорение. Шелли, наблюдается аномалия с черной дырой. Она поглотила целую гору, но помимо дождя здесь пока ничего необычного.
Согласно теории относительности, чем больше масса объекта, тем более он замедляет ход времени. Это означает, что время в той зоне должно было остановиться несколько часов назад. Так, во время ускорения нажми пробел дважды, чтобы перепрыгнуть обрыв. Проверить ситуацию. Так, то есть черная дыра поглотила гору. Надо двигаться к ней. Так, и у нас есть двойной прыжок. Так, патроны 40-319. Так, кто он подбирает патроны? Другого оружия нет. Ну, видимо нет. Так, нажми C для приседания и уклонения от препятствий. Удерживай таб для отражения выстрелов. А, даже вот так. Это очень хорошо. Можно всегда световой клинок, чтобы разбить деревянную доску. Так, а я еще хотел там походить. Но там больше нельзя походить. Так, световой клинок. Так, но они так не умрут. А, ну, кстати, все патроны отражаем. То есть, в принципе, такой как... А, нет, у нас слева внизу есть патроны. Белая полоска. Если она кончается, то мы уже не можем отражать патроны. Это, видимо, что-то типа силы. Вот, на это, на ближний бой тоже она расходуется. Так, ну и синяя полоска, это, наверное, наше ХП. Так, о, граната. Так, а ХП у нас восстанавливается? По идее должно. Ножи легкие, да, ХП восстанавливается. Так, куда нам наверх? Я же там кого-то убивал уже. Так, сюда, наверное. Ты не можешь скользить, что? Скользить в воде. А, то есть, в принципе, если мы... Так, здесь вообще нельзя проползти. Куда она тогда? Наверх? А, мы, наверное, не всех убили. Здесь что-то красное. Да, надо всех убить. Я не вижу. Где ты есть? А вот ты где. Так, теперь у нас новая цель. Пройти через отверстие в заборе. То есть пока мы всех не убьем, мы не можем продвинуться дальше. Хорошо. Так, F, пройти через отверстие в заборе. Шелли, несколько неприятелей направились в ту сторону. Так точно. Нажми Tab для отражения атак в ближнем бою. Удерживай E для выброса их в воздух. После запуска нажми EE для атаки в воздухе. Так, хорошо. Противостояние. Белая шкала над здоровьем врага означает их защитную броню. Пока защитная броня сохраняется, эффективно нанести урон не получится. Когда тебя атакуют, удерживай таб для отражения атаки и ослабления их защитной брони. Хорошо. Так, нам надо подкинуть его. Точу в рукопашку. F это добить. Казнь. О, отличные моменты. Так, еще один. Двигайся и нажми левый shift, чтобы уклониться. Так, там какие-то ракеты кидаются. Зарядка ускоряется во время атаки. Магнитная боль нестабильна, и я не могу зафиксировать твой сигнал. Рейк должен быть уже близко, так что тебе придется положиться на него. Понятно. Я сейчас направлюсь в сторону черной дыры. Генерал Лин взял с собой большую команду. Потребуется немного времени, так как есть вероятность столкновения с ними. Окей, доложение замедлительно, если что-то случится. Так, где у нас задание? Потому что я не успеваю читать наверху слева, что нам пишут. Так, А это что-то типа инвентаря. Система усиления навыков СРО. Рука экзоскелета.
Эми. Так, мы пока это все читать не будем, потом нам дадут какие-то очки навыков. И мы уже почитаем. Так, световой клинок можно прокачать. И оружие. Снаряды свежения, осколочная бомба, взрывная граната, липкая граната. Так, ладно, пока мы здесь ничего не трогаем. Так, все равно потом нас обучат. Так, F, AR, особая амуниция, X-15. Особая амуниция. Амуниция оружия может быть обнаружена где угодно. Иногда также попадается особая амуниция. Нажми B для переключения режима стрельбы и выбора особой амуниции. Так, нажми B для переключения режима стрельбы. 15, 34. Перезарядить. Так, ну в общем, вот здесь справа у нас есть такая вот новые патроны, эти особые. То мы можем переключить. Что они делают? Так, выстрел, плюс какие-то мини-гранаты. Так, вот еще. Так, это у нас подбирается именно так. Что-то другое было. Ладно. Так, аэромуниция. То есть все другое, это у нас обычные патроны. Тем не менее, можно подбирать. Так, ладно, идем дальше. Так. Это было неожиданно. Я хотел что-нибудь здесь подобрать, здесь ничего нет. Нам в любом случае вниз надо. Есть там кто еще? Вроде нету. Ну, конечно, есть. Так, эти патроны сейчас уже кончатся. Так, ну хорошо, что он переключается на обычные. Так, это наш мощный. Так, этот кидается у нас, надо того сначала убить. Так, ладно, патронов нету. Перезаряжаться. Так, попасть наверх. Найти путь отступления. Так, так можно подпрыгивать. Пока хватает силы. Да, мы так не заберемся. Так, забрались. Но нам сюда не надо, нам надо туда. Так, мы еще по стенке можем бегать. Серьезно? Так, как нам по стенке пробежать? Вверх так не прыгает, только в бок. Кто не везде. Так, ладно, ну, наверное, надо все это обойти. Коробка. Уничтожить определенные коробки, чтобы получить реликвии. Собери 10 реликвий, чтобы создать реликварий. Ты можешь использовать реликварии, чтобы улучшить свои навыки экзорука, световой клинок и оружие. Так, допустим. Так, один взяли, сколько у нас читал. А, вот снизу у нас слева есть 4 штуки у нас, по идее. Разблокирую новые умения. Так, допустим. Так, вот здесь у нас есть одно очко навыков. Так, ну теперь можно почитать, что нам лучше. Снаряды слежения. Можно разблокировать необходимые реликвариев 1. Запускает несколько снарядов слежения, которые взрываются при контакте, нанося урон. После улучшения радиус увеличивается и урон увеличивается на 10%. Так, дальше осколочная бомба. Запускает зажигательные бомбы, которые взрываются и рассеивают осколки. При контакте наносит продолжительный жгучий урон. Радиус рассеивания уменьшается после улучшения. Взрывная граната. Запускает гранаты из-под пистолета. Взрывается при контакте, нанося урон. После улучшения взрывной радиус увеличивается на 10%. Ливкая граната. Запускает гранату, которая прилипает к цели при ударе. После установленного времени она взрывается, рассеивая кусочки и нанося урон. После улучшения радиус рассеивания увеличивается на 10%. Так, это пока мы не будем брать. Световой клинок. Разрез световым клинком. Так, разрез световым клинком. Разрезает световым клинком, нанося урон врагам в пределах радиуса. Разблокировано.
А, ну это то, что мы сейчас делаем. Нажимая на кнопку Е. Нажми «Отпусти». Разрез с клинком. Не хватает реликвариев. Необходимо реликвариев 2. Генерирует разрезную волну из светового клинка и запускает ее вперед. Волна наносит урон всем врагам по прямой линии. Нажми «Отпусти Е». Так, хорошо, подождем. Воздушный разрез. Быстро преодолей расстояние перед тобой и используй световой клинок, чтобы выбросить врага в воздух. Удерживай Е, затем отпусти. Воздушный разрез можно разблокировать. Быстро преодолей расстояние перед тобой и используй световой клинок, чтобы выбросить врага в воздух. После улучшения урон увеличивается на 20% и дистанция рывка увеличивается на 20%. Так, пока не будем брать. Здесь можно 3 раза улучшить, видимо, до 60%. Так, это он заблокировал. Разрез огромным клинком. Запускает огромную разрезную волну. Волна наносит урон врагам, которые вступают с ней в контакт и заставляет их упасть. Так, во время ускорения нажми, удерживая Е, затем отпусти и нажми... Так, нажми Е, затем нажми Е снова и удерживай. Что-то сложно. В общем, надо бежать, удерживать Е, потом отпустить. Так, а потом... Так, а вот это зачем-то нажми Е, затем нажми Е, снова и удерживай. Ладно, дальше. Вихревой разрез клинком. Запускает высокоскоростную крутящуюся разрезную волну. Разрезная волна наносит продолжительный урон врагам, которые вступают с ней в контакт. Во время ускорения нажми и удерживай Е, затем отпусти. Так, то же самое. Так, ладно. Разрез земли. Накапливает энергию в световом клинке в воздухе и разрезает в сторону земли. Удар наносит урон всем врагам в определенном радиусе и заставляет их парить в воздухе. Во время прыжка удерживай и затем отпусти Е. Так, то есть удар об землю. Так, хорошо. Блиц-разрез. Накапливает энергию в световом клинке в воздухе и разрезает в сторону земли. Удар наносит урон всем врагам в определенном радиусе и заставляет их парить в воздухе. После улучшения зона воздействия увеличивается на 20%. Во время прыжка удерживай и затем отпусти Е. Так, это у нас все. Так, пока не знаю, что-то пока мне ничего не понравилось. Рука экзоскелета. Так, Эмми. Мощная электромагнитная импульсная волна испускается из руки экзоскелета. Она наносит урон врагам при контакте и заставляет их парить в воздухе. Окей, так вот это интересно. Против ближников хорошо будет. Мощная электромагнитная импульсная волна испускается из руки экзоскелета. Она наносит урон врагам при контакте и заставляет их парить в воздухе. После улучшения радиус импульсной волны увеличивается на 20%. То есть у нас, в принципе, это просто улучшение. Хорошо. Так, тракторный луч. Ваша экзос-рука меняет гравитационные поля и притягивает врагов издалека. При прицеле на врага зажми F, затем отпусти. Так, а здесь просто нажми «Отпусти F». Так, хорошо, улучшение. Ваша экзорука меняет гравитационные поля и притягивает врагов издалека. После улучшения радиус луча увеличивается на 20%. Так, дальше. Шоковый удар. Накапливает энергию в руке экзоскелета перед рывком вперед. Наносит урон врагам при контакте и заставляет их упасть. Так, во время ускорения нажми, удерживай F, затем отпусти. Окей. Так, ракетный удар. Накапливает энергию и выпускает большой огненный шар вперед. Пылающие снаряды наносят врагам урон и длительное жжение. Так, ладно, дальше. Сотрясающий удар. Энергия накапливается в руке экзоскелета и выпускается в воздух в качестве ударной волны. Враги, попавшие под ударную волну, становятся беззащитными и замирают. Во время прыжка удерживай, затем отпусти F. Сотрясающий удар. Энергия накапливается в руке экзоскелета и выпускается в воздух в качестве ударной волны. Враги, попавшие под ударную волну, становятся беззащитными и замирают. После получения урона от ударной волны на максимальной дистанции увеличивается на 20%. Так, наверное, Эми мы сделаем. Пускай будет Эми. Так, как тебя улучшить? Просто нажать 2 раза. Нет. Е, F. Так, не хватает. Здесь у нас не хватает. Тогда мы подождем. А это будем прокачивать. А только как-то это еще не забудь использовать. Подойди к левой стене и нажми W плюс пробел, чтобы бежать вдоль стены. Нажми пробел для прыжка. Окей. Так, патроны это вот эти у нас обычные. Там у нас других патронов нет.
Так, видимо, сюда. Так, кто-то стреляет. Так, можем... Я не то хотел сделать. О, притягивает, это хорошо. Так, может, того можно притянуть. Тут, видимо... А, вот кто стреляет. Лучше хп, он почти все снял. Того и не видел. Так, ладно, хп у нас восстановилось. Присел. Так, сбежать через окно. Патроны сберем. Так, все, вниз лучше не прыгать. Директор Чен, в небе только что пролетел авиалайнер, охваченный пламенем. Согласно данным со спутника, в этой зоне наблюдаются сильные электромагнитные помехи. Будь осторожны. Деревню затопило, и высоковольтные линии все еще в воде. Как мне пробраться на другой берег? Так, в твоем блоке питания есть тема выброса кусков проволоки. Подожди минутку, сейчас я удаленно что-то сделаю. Использовать крюк, чтобы пройти дальше. Так, крюк F. Так, здесь больше ничего нет. Патроны, вот патроны есть. Да, так, F. Так, F, притянуть цель. Использовать тротон луч, отпустить F, чтобы использовать теме. Окей. Так, надо со всеми будет делать. Шелли, несколько вражеских кораблей приближаются к тебе. У корабля слабая броня, ты можешь их потопить. Куда стрелять? Сюда? Ну, видимо, да. Так, вот появились из ниоткуда. Так, еще одни. Так, притягивает только одного. Так, там кто-то еще. Где-то кто-то еще. В воде. Так, что нам здесь надо перепрыгивать самим? Куда притягивается? Еще два прибыла. Перебирайся на другой берег сразу после того, как справишься с ним. Так точно. Так, что это было? Меня скинули в воду? Серьезно? Или она подскользнулась? Я не должен был упасть в воду. Так, откуда мы загрузимся? С самого начала. Ладно, теперь мы знаем, что делать. В принципе, можно так всех убивать. Правда, долго будет. Проще, конечно, по ним стрелять. Так, это уже далеко. Так, граната сзади. Это все неприятно. Так, ладно, здесь мы никуда не отходим. Там, мало ли, опять упадем куда-нибудь. Не знаю, как мы упали в воду. Может быть, они гранату сюда кинули, меня просто гранаты откинули. Так, дотянется она, нет.
не дотягивается так, наверное, в прыжке, и что же вражеский корабль. А, ты не умер. Так, все, теперь можно. Проникнуть внутрь. Как только ты приземлишься, ты должна увидеть передовой отряд генерала Клина. Так, патроны мы наберем. Так, какое-то новое оружие. А, это у нас дробовик. 1-2 сменить оружие. Так, на один у нас автомат, на двойке у нас дробовик. Здесь у нас тоже какие-то два особых патрона. Так, что-то мощное. Это у нас не поджигается.